Костер. Вкусная каша. Це вже кашу Олечка заварила. На воді. Тиква вариться на воді. Овсянка плющенка заранее замачивается. И в кастрюльку наливается стільки води, скільки надо для приготовления именно крупы. А тиква, кабак, він пускає сок во время варки. Получается вот такая у нас каша. Понятно, что Рися выбирает самое полезное. А це тиква, овсяночку. Возможно, она потом доест язычком своим. Рись, мамина душа. А вы мне рассказываете, да, ваш кот цього їсти не будет. А хай ваш кот и не їсть. Може, и вы цього не їсти. А ми йому пищу богов. Есть их, по-моему, около десятка пищи богов, но люди их не ценят. Люди едят всякое дерьмо, всякую гадость. Вот. И потом привет онкология. Говорить, откуда воно все взялось, и кто в цьому виноватий. Виновато государство, виновато общество, виновато то, що все це їм насильно пихають в рот, і вони його їдять. Да. Овсяночку, плющенку, Рися, ти будеш кушати? Доїдай. Овсянка дуже полезна для пищеварення. І тиква дуже полезна. Все, Рися їсть вместе со мной. Одной тарелки. Все, покушала мамина вертихвостка. Иди теперь лежи. Отдыхай. Пускай переваривается. Да, Рись? Рисюль, подивись мордашкой сюда. Не, так вкусно, что мордашка теперь облизывается. Мордашка теперь облизывается. Мій дракон, черепашонок мій красивий, моя душа, курил мій рисовий кошка. Все, рибчик мій, влазь.